Сегодня снова разговор пойдет о регуляторе давления топлива на ТНВД. Топливная система Денса. Значит, для его снятия нам необходимо шестигранник на 5. Раз, винт, и внизу там 2. Разъем снял, винтики открутил, потом просто берем. Воздух пошел. Видно хорошо. Ну ничего страшного. Оно прокачивается, все это дело легко. Оп, регулятор у нас в руках. Для полировки регулятора я использую для разборки съемник стопорных колец, масло, паста ГОИ и полировальная машинка. Ну и компрессор продувать. Так, для разборки клапана снимаем резиночку вот эту аккуратненько. Она должна быть без повреждений. Целая, но немножко грязная, промоем. Затем вот здесь у нас должна быть металлическая прокладка. Она, наверное, там на насосе осталась. Сейчас посмотрим. И осматриваем эту резинку тоже без повреждений. Снимаем стопорное кольцо. Стопорное кольцо достали. Затем достаем поршень. Вот он у нас выходит. И на нем прекрасно видны помутнения. Вот это вот нам необходимо все сполировать. Как снаружи, так и внутри. Но внутри ничего не видно. Полируем. Берем пасту ГОИ, масло и вот таким вот образом полируем все до зеркального блеска. После того, как отполировали внутренний поршень, наливаем чистую емкость чистой солярки и промываем от пасты ГОИ. Компоненты промыты, отполированы. Внутри вот этот поршень, если помните, какой он был, и стал абсолютно чистым зеркальным. После того, как, точнее, при сборке, я пользуюсь вот таким вот средством Хада. Но это присадка в топливо типа реливитизант. В бак я не добавлял. А вот смазать трущуюся пару на клапане вполне нормально. Все установлено на месте. Обороты не плавают, холостой ровный.